Следующая наша песня, она называется «100 дорог». И мы хотим пожелать вам, чтобы ваша дорога всегда была светлая, всегда была освещена солнцем, всегда были рядом с вами любящие, искренне любящие вас друзья, ваши родные были всегда здоровы, и вы всегда были наполнены только любовью. Я люблю тебя. Зажигаешь ты огонь в груди, и звучит мелодия любви. Сто дорог не хожены, судьи сто не прожиты, а земля все крутится, и нам с ней по пути. Все, что в жизни сбудется, сердце мне забудется. А земля все крутится, и нам с ней по пути. Все, что в жизни сбудется, сердце мне забудется. А для сердца главное любовь свою найти. Сто дорог не хожены, судеб сто не прожиты. А земля все крутится, и нам с ней по пути. Все, что в жизни сбудется, сердце мне забудется. Дорогие наши, давайте я подробно вам расскажу, потому что сегодня на самом деле были потрясающие артисты на сцене. Я не про нас сейчас говорю, а вот про этих удивительных ребят. Чемпионка России по сальсе Мария Игнатенко. Многократная участница лучшего танцевального шоу России «Танцы со звездами» Марина Копылова. Главная медаль. Чемпион Москвы по 10 танцам Булочек Максим. И руководитель театра многократно.
легендарный участник танцевального шоу «Танцы со звездами» на канале «Россия» Артем Лялин. А также автор-исполнитель из Молдавии, Румынии, Славич Мороз. А также комсомолка, активистка, автор-исполнитель Юлия Брис, город Москва, Советский Союз.